Здравствуйте, уважаемые гости канала, подписчики, зрители. Сегодня на моем канале обзор модели Ми-8 МТ, российский десантно-штурмовой вертолет. Производитель «Звезда». Набор номер 7253, масштаб 1.72. Коробочка красивая, вертолет красивый. Ну, для «Звезды» тут про коробки рассказывать я не буду ваше время тратить. Коробка как коробка, типовая коробка. Убираем крышечку. Внутри хорошая жесткая коробка. Сразу же из нее все вынем, чтобы это нам не мешало. Так, что мы здесь видим? Пакетик. Пакетики. Не бликует? Стеклянные детали, иллюминаторы, кабина, стекла боковых дверей. Ну, в принципе, нормальный пластик. Декаль. Три звездочки, две циферки. Пара технологических элементов. И, по-моему, какие-то боковые накладки на двери. Тут что-то там. Не на двери, вернее, на кокпит. Вот, в принципе, инструкция. Черно-белая, большая портянка. Вот. Ну, вертолет несложный, я бы сказал, поэтому и инструкция. Ну, простейшая. Варианты окраски. Варианты, смешно сказал. Варианты в количестве один. И краски. По меркам «Звезды» и по нумерации «Хамброл». Вот. Но я крашу обычно «Томия», «Ганза», поэтому «Хамбролом» я еще ни разу в жизни не пользовался. Так, все литники находятся в одном полиэтиленовом пакете. Мы его сейчас вскроем. Так, я вот так буду вскрывать, чтобы видно было. А то руками все закрываю, вам не интересно. Было заранее распотрошить. Но не очень люблю, когда все в одном пакете. Не шевелись, я буду показывать. Так, литник номер один. Это у нас двигатель, ну, кожухи для двигателя. То, что наверху вертолета. Тут наш винт вращается, стойки. Ну, видно? Качество вполне приличное. Даже не вполне, а хорошее качество. Этого ничего видно не будет, поэтому то, что тут есть следы толкателя, нас мало интересует. Так. Вот три литника одного типа. Я остановлюсь на одном. Поскольку я уже немножко информацию пособирал. Есть очень большой косяк у «Звезды». Вот это все неправильно. Стрелялки, пушки, которые на подвесе висят. Здесь надо все высверливать, убирать середину. Есть фирма, производит масляную. Из смолы эти два элемента. По-моему, Хобби Босс, по-моему, комплектует ее, эту модель Ми-8. Уже вот такими вот нормальными, соответствующими действительности. Ну, будем думать что-то. Еще один литник. Ну, сами видите, что здесь уже практически половинки фюзеляжа. И это створки, которые открываются для погрузки, посадки. Ну, практически раз, два, три, четыре, пять деталей на литнике. Следующий литник. Дно вертолетика. Ну, есть следы толкателей немножко. Чуть-чуть придется поработать шпаклевкой. Ну, облоя практически не вижу. Я нормально все. Вот немножко отвалилась деталька. Почему я не люблю, когда в одном пакете. Винт хвостовой.
чтобы не вращался вертолет. Так, следующий. А тут два опять одинаковых литника. Да, два одинаковых литника. Лопасти. Колеса. Арматура. Рули. И мелочевка всевозможная. Лючки, крышки лючков. Вот такая вот интересная модель. Еще раз напомню, что это звезда 7253 Ми-8НТ. Если кого-то заинтересовала модель, я покупал ее в Я-моделисте. Всем спасибо. Кому полезно видео было, пальцы вверх. И до встречи на моем канале. Пока-пока.